нас разные модели сегодня, поэтому девочка на губы, на носогубку, мы посмотрим на ребенка. Я попросила одну волю купить, другую филлер, чтобы вы могли препарат. Я могу еще волю купить. Ну, конечно, не сомневаюсь. Обычно с мешочком обычно приходит. Да. Готовленный. Могу через какое-то время еще делать. Я готова. Я вообще, я скажу, я не уйду отсюда. Я здесь буду. Хорошо. Вот так, с таким настроем у вас пациент должен приходить на процедуру. Тогда анестезия не понадобится. Настрой надо записать и показать. Как надо настроиться? Как, когда вы доверяете врачу, когда вы видите, верите, я не знаю. Девочка сейчас пришла, первые ее слова. Я была полгода назад, вы меня отправили, да, вот, но я теперь вот не уйду. Очень больно будет, не страшно мне, синяки будут. Большие, очень может быть, ну ладно. Ну все, мне дали добро на все. А когда вы затащите кабинет, вы говорите, убедите, никак, и все и гематомы, и все будет восприниматься как катастрофа, и результатом довольны не будет. Надо, лучше сделать отказать. Пациент должен просить вас о процедуре, да? Но мы об этом поговорим во второй половине дня нашего, да?